Все делаем тайм. Я вообще каждый РПРК попшу. И весело. Откуда у тебя броник? Я только что одел. Стоп. Блин, да тебе так странно добавили, что для, ну, для МВД, когда прописываешь, типа, поставить на себя бронежилет и просто снег бронежилет ставить. Я понял. Я с собой не брал. Печатик. Ну пошли в СФПД, может, пишем. Зачем в СФПД? Пошли сразу, заберем. Крышу или на парковку? Вот, на парковку. Вот это нам нужно. Ну что, у тебя там? Да, я не сяду уже. Я знаю. Угу. Так, никого не принуждать. Не сюда. Окей, я... CJ бегает. Нет, не CJ. Бьет, бить. Просто ехать на нее. Очень странный сек, да, фу. Почему Вика нет на все? Это тут глобалка, да? Да. А, что-то я зацепил немного. Ну что, кидаем маяк людям? Когда я готов на все 100. На 101. Макс, вы это президент, то что вы это. Так, у меня вроде все пригрузились, и 42 FPS под Фрусом, это хорошо. 13. Уважаемые. И это без Фрупса. А вы помните, какая у меня звук? Конечно, для ультра. Охренеть, здесь 40 человек. А, не, я даже придумал, кто прикольный. Вы где-нибудь, наверное, здесь играете. Ставьте ограждение, или нет? Вот, так, пошли ставить брики. Так, а, чё я попрыгал? Банихопщик! Как обычно, в принципе. Погнали. Так, а куда же? Фёзники с корабля падают. Ну, вот вы, типа, видели видео, типа, ты кто? Катя кличка, мафиозник. Вот так нормально. Вот специально заманивают стекло балки ливнуться, я говорю. Жлобы. Что это за брики такие? Что это вообще такое? Не двигай их. Ёба, мне уже страшно. Чего они? Это чтобы не проходили сюда. Они у тебя стоят типа тот самый, ну так. Вот на весь периметр, да? Ладно, я понял. Как молдаваны брики поставили. Говорю, что за стрёмные брики? Ну, мы сейчас другие поставлю. Вы бы еще поставили бы возле ВМФ брики? Чё нет? Нет. Ну вот видишь, тебе ответили, нет. Так, подожди, а тот самый? Шлагбаум там, этот всё, это закрывать или? Поставьте хотя бы вот здесь где-то. Слышите? Да. А я вот не знаю, где еще можно ставить, как бы. Ну смотри, как там, поставьте поближе, что вы залепили. Покажи мне, покажи где, куда. Куда ты побанихопил? Где-то вот здесь. Вот ставьте. Тут вообще вот всё это? Да, чтобы... Блин, ближе бежать, если что было. Кто у нас спец по теракту? Кислёвый. Ну вот, давайте думать.
так будете. Здесь, короче, я не писал, кто победитель будет, кто проигравший, так что. Так, походу. Звать этих самых, да? Мастеров. Кто завинит, тут молодец. Смысл вот тут ограждайте. Периметр проще оградить от ангара до ангара. Я не знаю. Короче, делайте как хотите. Всем привет. Привет. Что, габалка уже началась или на 18? Началась. Почти началась. Почти или еще началась? Еще 5 минут. Да, госп. Кто кидает госп? Дрейд, кидаешь? Да. Смит кидает, конец. Сейчас кину, подождите, забейте. Где там это вы кидали? Я кидал. Я даже еще не приехал сюда, на гос. Ой, на гос, на рыбалку. Что вы будете втроем крашить корабль, да? Где ваш? А, мне что, эфир что ли, телефир надо еще сделать? Нифига. Так, сейчас забиндю. У меня как бы готов бинды сразу на две госки, то есть начало и конец. А это сразу на две госки что ли? О, ВВ приехал. Давай, короче, такие есть. Береги, вообще свободу такие ставить. Давай просто окружим корабль, вот так вот. Видишь, как я начал закибать? Так, сейчас, подождите, я это... просто вот тут просто я надеюсь, их не мясо у меня вот это ничего. Они у нас уже целятся. Захват корабля, да, значит, кто пират, да? Ну, типа, не пираты, но... А как это назвать? Ну, он уже прибыл в порт, получается, и они его захватили, просто раньше приехали. Чего? Блин, сейчас своих соберу тогда, смешников. Подождите. Ну, почему эти брики так далеко от моих? Так, мои брики. Блин, а гости занял на 17.30. Я занял, поставил. Занимал на 17.30. А, ты занял, то есть я кину, да? Да, кидай. Окей. Йова, перестой брить, не? Ты должен слышать. И вы это, не важный факт, не забывайте, что он с оружием корабль. Там что-то взрывать не получится. А, всё равно. Выглядит так, как есть. Ща, подожди-ка. У меня другая стена вообще идёт. Расскажите мне хотя бы, как вы будете делать. Где вы кидали корды? Ты видишь, как идёт, как идут брики? А, это возле они этого, что ли, аэропорта? Да, у меня они вот так вот идут. Да. Это близко, вот хорошо, что я его сэр, отлично. А у меня тоже ровно по линии идут просто. Блин, знаю, кто знает стандартную GTA-шку, миссия, типа, нужно машину, типа, завозить в порт, и там, типа... А, и давай. Вот на этом месте. Так, чё там, у нас репортаж, да? Чекайте конфу, там Макс написал. Да я это, блин, читать, искать чуть неохота. Там просто вы профудили, как обычно, да и всё. Или эфиром проблемы. Подскажите, пожалуйста, типа, куда? Туда, да, где мы... Мне кажется, это возле аэропорта этого, сэф. Возле аэропорта, сэф. Поняла. Там корабль есть. Там конфуз с вата сливали, лол. Так, это что, это же ВМФ, не? Мы летим около большой башни с МИ, там, где... Там, где эти, короче... Да я близко, как раз. Рамба. Это, там, это же ВМФ, подожди. Это за ВМФ, короче, здесь порт. Ну вот, ВМФ. Это с территории её. Всё-таки начинается. 60 человек, вот сейчас кину ГОС 30. Блин, а как я кину? Я ещё в радике кину ГОС, а я ещё телефир не запустил. Просто кидай, да и всё. Ну ладно, хорошо. За... Макс сказал там, кто ничего. Вообще, по нашим правилам, мы должны... Мы должны сначала запустить... Так что... По нашим правилам, мы должны сначала запустить этот эфир, а потом уже госы. О, господи. Боря, а кто виноват, что ты позже приехал? Лёва. Я приехал. Раньше нужно было зайти. Ах ты. Так, мне никто не звонил, я только сейчас заметил, что не звонил. Вот слепой не заметил, нужно знать. Я тебе кинул. Мы приземляемся, идите.
Не ту! Шайбу! Да это конечная глоска. Ааа! Фак! Блин, ему кинуть нормальный. А все равно телефир то же самое, алло. А ему кинуть нормальный. Давай, кидай. А нет, подожди, нельзя. 10. Нельзя, зачем? Алло. Нельзя. Там он какой-то левый бомжара, его может сликнуть. И этот у меня. Блин! А! Гори, у тебя есть шанс, приезжай пораньше давай. Сейчас. Что думаем, товарищи? Как будем действовать? А где ты? Нова. Я потерял. А капитан, крутить уже, да? Да, да, уже можно начинать. А, вон. Я нашел. А что это нового делать, ребят? Что это нового? Давайте говорите мне. Вы думаете, мы поможем вам что-то сделать. А, маски лучше одевать или как? А. Бывает. Погнали. Куда? Не, мы, ребят, можем просто подождать, они сами все с корабля попадают. Поставь говорит максимально близко к кораблю. Корабль максимально близко, это в каком плане? Можно на него заехать. А куда ПДшники побежали? Что делать? Происходит, а? Я вообще даже не ту коску кинул, я просто молодец. ПДшники просто ненормальные какие-то. Ну скажите, когда МЗ вступать в дело, ладно? Когда будут выводить этих заложников? Я не знаю, кто там заложник, я не читаю, я прочитаю, что они сказали. У меня 1 километр ехать, блин, пацаны, я же на фургончике. Ну, за мной еще менты погнались, ну что за фигня? Мне кажется, мы не туда поехали. Чего за мной менты гоняются? Ладно, давай просто тут стоять и все. Зачем вы пошли это? Переговоры что ли? А когда заехали этот корабль, что там? Где вход? Ну а как мы кинем 10 минут, если 10 минут занято другим лидером пуска? Ну скажешь там, извинишься, там так произошло, так бывает. Попроси. А боже, что он?